Друзья, ну что, снова всем привет. С вами снова, как всегда, Тёма, и мы продолжаем прохождение Assassin's Creed Valhalla. Пойдем пока что пообщаемся с нашими новыми друзьями. Лив, Сома говорит, ты построил ее дракар. Так и есть. У каждого из них киль остер, мачта крепка, а на бортах вырезаны стихи, чтоб славить Дренга, что правит им. Дракар — это конь судьбы. Лишь несколько досок между тобой и глубокой могилой. Нет места лучше, чтоб сложить стихи? Верно. Славно идти с тобой в битву, Лив. И с тобой, Эйвор. Спасибо, что вытащила меня и мой отряд из топи. С нами круто идти в битву, поняли? Ты Галин, верно? Да, это я. А ты Эйвор. Несравненный боец. Вечный воитель. Славное имя. Спасибо. Накануне ты был на волосок от смерти. Да, верно. Сакс игнали меня. Прямо сквозь эти проклятые топи и в логово разбойников. А потом пришли волки. Каждому суждён свой день. День смерти. Как мы ее встретим, вот что важно. Я горд тем, что был готов к ней. Что ж, я рада, что ты все еще жив. Ну и вот еще один у нас. Она, точнее, последняя, это она. Ты Бирн. А ты Эйвор, солнечный луч. Ты рассекаешь туман, как солнце прожигает лед. Ты славно держишься, несмотря ни на что. Нападение Сакс. Утрата дома. Тяжело, наверное. Пока что да. Но ты не чувствуешь? Этот миг промелькнул. Мы свободны ловить новый. Это дар. Я рада идти с тобой в битву, Бирн. Ты славная, Эйвор. Можешь помочь или проучить. Я бы охотно приняла и то, и другое. Ну что, теперь пойдем поговорим с главной нашей героиней. Самой. Занимается день, и ветер свеж. Все ли готовы к грядущей схватке? Пора вернуть ваш город. Прекрасные речи. Жди у западных ворот Грэнта Бриджа. Мы собираемся там. Дома ты не больно-то рада приказам, кроме как от самого Ярла. Я сражаюсь лишь за Сигурд. Пока ты здесь, ты сражаешься за меня. И ради союза с Сомой, за нее. Даже так? Вот это будет битва, о! Это наши, да? Или нет? Чего это? Да, вон Дак. Выдвигаемся. Будем забирать ихнюю базу. Не базу, а крепости, города. Так, музыка, давай прекратить песню. Что ты видишь, Сёнин? Расскажите что-нибудь! Я вам когда-нибудь рассказывал о том, как в одиночку убил целый клан сломанной рукоятью меча? Много раз, да. Больше, чем можно сосчитать. Опустить мачту! Эй, прекрати! По обе стороны от ворот. Нападать по сигналу и не мигом раньше. Вигмунд знает, что мы здесь. Ну пусть знает. Так еще веселее будет. Побить его.
Либо он нас. Вигмунд! Бесчестный вор! Я знаю, что ты там. Верни мне Грентебридж, Вигмунд. Уже немало погибло людей. Говори со мной как ярл с ярлом. О чем нам говорить? Что мне от тебя нужно? Ты гнусноязычница! Я же Тен! А ты грязь из-под вышки великана! Это мой город! Я сделала его шумным портом! Мы оба знаем, что ты выжмешь его досуха, если тебе позволить. Язычница! Вдохни в грязи! Откуда вылезла? Вик! Последний раз говорю! Оставь Грентебридж! И тогда, быть может, я пощажу тебя! Грентебридж мой! Я здесь хозяин! Я чищу этот край от тебя и твоих крыс, как рану от гноя! Позволь дать тебе совет, старый медведь. Верный способ очистить рану от гноя отнюдь не меч, но огонь. Конечно. Пора! Дамы Грентебриджа, верните себе свое! О, даже игра начала подтраивать. Ну что, поговорим? Поговорим. Смотрите на тренды. Иди сюда, родной, о! Время замедлилось будто. Смотрите, опа! Туда. Клёвый тебе страх погнать! Мне? Не смогли вы победить, друзья, не смогли. К сожалению. Вигмунд скрылся, когда мы пробили стену. Идем к длинному дому, он наверняка там. Конечно. Сейчас пойдем. Сейчас Вигмунд падет. Да отправишься ты на пир все отца. Умрет. Вначале я добуду, что тут есть. Потом пусть Вигмунд умирает хоть миллион раз. Мне все равно. Смотрите, как лошади интересно стоят у нас, а? Интересно, ну ладно, идемте в длинный дом. Сюда не можем даже пройти. Сюда. Идемте сюда. О, сейчас. Смерть. Давай продолжим. Смерть Саксом. Кто еще дышит? Живыми не брать. Без пощады. Спасибо, Эйвор!
Так, и чё я тебе помогаю? Спасибо! Пусть поля горят. Спасибо, Эйвор! Пусть тебя черви жрут! Пускай не спускай с твари глаз! Ничтожество! Все, море спокойно. Иди с этой мелкой. Я бью, я справлюсь. Это у них большой сарай тут. Такой, а не маленький. Ну что, идем к Вигмунту? Длинный дом или нет? Или еще нет? Умри! Еще к Вигмунту рано идти, да, я понимаю. Тут нигде ничего не мало у них. В чем весь прикол. Даже в тот домик чуть-чуть смотреть. Поймал. Ты что, помер, братуха? Чё ты так? Я удобрю твоими кишками. Я могу поля. Еще тебя подобрать? Эйвор, сюда. Такого бычка. Нахрен ты нужен мне, блин. Ты ничего не смог тоже толком. Вигмунда здесь нет. Он, быть может, прячется в городе. Будем искать повсюду?
Нет, он сбежал, это точно. Низкий трус. Низкий трус. Но мы рискнули. Но мы рискнули и одержали победу. Пройдемся? Протруби в наш боевой рог. Объяви о победе. Пусть весь Шир узнает, что Грэнта Бридж снова наш. Рок возвещает радость, долгую жизнь и богатство. Как я? А кто же? Без тебя нам бы не взять город. С тобой пришла удача. Пусть мощь твоих легких снова вдохнет жизнь в мой город. Ну я даже не знаю, уверен я в этом. Ну ладно, давайте попробуем. Город мы забрали, это радует. Вы только взгляните! Воины! Сильные! Прекрасные! Омытые кровью! Грэнта Бридж снова в наших руках! Завтра вы растопчете тлеющие угли костров Бигмунда! Но нынче мы пируем как боги! Что-то не так или мне показалось? Пиры моего клана несравненны, правда? Ты довольна? Да. Да. Но праздновала ли ты? Или горевала? Я не могла решить. В ночь нападения из длинного дома доносились звуки бойни. И почти сразу город заполонили саксы. Я приказала уходить. Все мы умрем, но не так же. Это был черный день. Мне уже говорили. Саксы появились будто прямо из теней. В Грэнта Бридже не было тайны важнее, чем этот подземный ход. О нем почти никто не знал. Теперь о нем знает не меньше сотни саксов. Однако в тайну были посвящены только я сама. И трое моих помощников. Ты думаешь, что тебя предали? Я это знаю. Но кто? Тут я не уверена. Лив, Галин и Бирна. Кто-то из них. Но кто? Ведь этот ход тайно вырыли мы вчетвером. Я надеялась, ты поможешь мне понять. Ты здесь недавно. Мне нужен свежий взгляд. Я обещала вернуть тебе твой город. Дело еще не сделано. Спасибо. Я поручу Галину, Ливу и Бирне избавить наш Шир от вигмундовых крыс. Отправляйся с ними, и ты узнаешь их по-настоящему. И кто из них меня предал? Сделаю, что смогу. Но ты знаешь своих людей лучше, чем я. Признаюсь честно, я предвзята. Я люблю их как родных братьев и сестру. Мне нужна беспристрастность. Мне нужна ты, Эйвор. Я помогу. Спасибо. Ходи повсюду, смотри и слушай. Обыщи город и тайный ход. Возьми. За то, что помогла вернуть Грэнта Бридж. Эта вещь прежде принадлежала моей семье. Что она мне дала? Интересно.
щит или что? А ну стойте, может что-то еще появится? Да не, вроде ничего, ну предметы оно. Ну вот щит еще какой-то, да. А что, он сильнее, чем мой? Но если так на прокачку брать, то мой даже будет сильнее на 4 прокачки. Лук только это можно прокачать, это не имеет смысла. Я могу спуститься в этот вход, оно... Сома не зря выкопала этот ход. О, да тут вход хороший. Подвальчик. Так, надо с кем-то одним пойти куда-то. Жажду быть среди воинов, о которых будут петь. Воины нужны всегда. Мое время еще наступит. У меня вопрос, куда мне идти и с кем идти. Сома. 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 Чтобы помочь, я должна лучше узнать тебя. За что ты так сильно любишь Грэнта Бридж? Я осиротела рано, но помню, как это случилось. Думаю, я всю жизнь стремилась обрести семью. Грэнта Бридж не просто источник серебра. Это дом для всех тех, кому, как и мне, нужна семья. Для скитальцев, торговцев и мастеров. Понятно. Расскажи, как ты стала Ярл Сконой. Король Гутрум вел летнюю армию через этот край. Когда он ушел в Эссекс, я вызвалась защищать Грэнта Бридж. Налаживать торговлю, чтобы наш народ здесь был богат и силен. Гутрум согласился. Под моей рукой город расцветал, а я влюбилась в него. Потеряв его, я будто получила удар в сердце, а вернув, ожила. Если я найду предателя, что ты сделаешь? Просто убью. Сама. Не стану ни мучить, ни позорить. Предатель или нет, это кто-то из моих самых близких людей. Мой друг, мой родич. Эта смерть будет только на моей совести. Я не хочу омрачать ею умы других людей. Вот и все. Это все. Удачи, Эйвор. Спасибо за помощь. На рынках вновь кипит жизнь. Сома не теряет времени. Кто это такой? На рынках. Может, мы что-то сможем приобрести, какое-то оружие. Эйвор! Хоть кто-то из взрослых ко мне прислушивается. Тысячи глаз. Это тот же самый шум. Ждем в любое время, друг. Пассажир. Прошу, осмотрись. Я согласен. Обана. Очень хорошая вещь. Мы уже его брали. Лук этот. Вот этот щит хочу 490, у меня 437. И 500 лук. А вот щит реально... А так это не щит? Или щит? Поможет в странствиях. Ну я так понимаю, что это щит. Бери, будешь выглядеть очень грозно. Это все? Пока что да. Мне уже надо идти. До встречи. А так я ж ей могу продать много чего. Чем я могу помочь? Чем я могу помочь?
Я ж ей могу продать, вон, смотрите, сколько у меня есть всего. Ох. Всегда приятно разжиться новым товаром. Но заберу эти вещи. Давай, забирай. Я не знаю просто, какой от них толк, поэтому я их продаю. Приносишь такие странные вещи? Вообще странные, я просто не знаю, для чего они. С радостью это купит. Конечно, пусть покупает, я ж не против. Тысяча четыреста монет. Больше ничего не нужно? Нет, не нужно не пока что. Я буду еще по рынку. Увидимся. Пройдусь. Посмотрю, что у вас тут есть еще на рынке. Не заметил ли, ты чего странного в ночь нападения? А ведь и правда, одного из дракаров не было на обычном месте. Его вытащили на песок, чуть дальше к северу. Где именно? К северо-востоку отсюда. Несколько дней прошло. Сейчас, может, его там и нет. Меня пока что не интересует дракау, я хочу купить себе какое-то хорошее оружие. Кости можно раскинуть. Не весь день не везет. Надо бы это изменить. Понимаю, в одном поселении один такой человек, да, который продает, то есть там, где я сейчас нахожусь, рядом со мной еще что-то тут есть. Не, меня интересует, для чего эти картинки тут. Насколько я знаю, то люди их оставляют, что они потому что что-то тут находят. То есть такая история. Так, ладно, я хочу щит купить. Покупать его, не покупать, я даже не знаю. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Волосы, шмолосы купить могу. Вот это. Знаешь толк? Знаешь толк в качественных вещах. Уже выглядишь крепче. На этом все. На этом все. Еще увидимся. Еще увидимся. На этом пока что все. Тяжелый щит. Сейчас мы посмотрим на него. Улучшить у нас нет ничего. По крайней мере, у нас есть чем у Вова.
уничтожим, но ходить я с ним не могу. Только перекручиваться на месте. Но щит уже лучше, чем те, которые были. Я вам так скажу. Так, ладно, хорошо. Давайте вот, вот эту фишку посмотрим, да? Все, 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 тихо. Так, я хочу посмотреть, где у нас есть вот эти вот мешочки еще. А их не видно, только в поселение надо заходить, чтобы их увидеть, или что, я не могу так и понять. У нас новые эти открылись. Их надо что ли вот так искать, да? Вот они еще есть, вот. Есть, я понял, как их ищут. Карта, короче, тут просто огромная. Я не знаю, сколько это надо делать, чтобы проходить. Вот еще. Я понял, все. Надо бежать туда, куда я метку понаставлял. Сзади нас. За что мне, за что столько мне вредителей? Столько вредителей? Что-то тут должно быть, насколько я понимаю. Где оно еще раз? Вот я прямо вот на этой истории. За что ему столько вредителей? О, грызуны, блядь. Найдите ключ от дверей. Мерзкие, мерзкие, гадкие крысы. Ну и что ты хочешь, чтоб я еще вывел крыс? Скверная земля? Эти крысы! Я все перепробовал! Щелок лил! Ловил саранчу! Нанял детей убить крыс! Увы.
Увы, меня спасет лишь чудо Божье. Да, эти твари губят твои посевы. Но боги не спасают от крыс. Ваши языческие боги. Я лишь хочу накормить свой шир и избавиться от крыс. Чтобы это сделать, нужны их природные враги. Прочь, крысы! Мерзкие, гадкие крысы! Что, это тоже? Я вот не нашел то, что я хотел, отвечаю. Ну, колодец. Толку от колодца. Тихо. А ничего тут тоже нет. Что искал, то не нашел. А что искал, я сам не знаю.
мои посевы. За что мне, столько вредителей? Никто не знает. Я вот не могу понять вот эту фотографию у нас. Что она дает? Нет. Вот что она дает? Прям вот в желтых кустах он сфотографировался. Правильно, я тут. Не знаю, друзья, но что хочу сказать. Пожалуй, на этом на сегодня все. Хочу попросить вас подписаться на канал, написать комментарий и поставить этому видео лайк. Всем приятного просмотра и до скорых встреч.